Всем доброе утро, ребят. Ну чё, настал наконец-то сегодня день халявы на русском сервере и не только. Сейчас вы видите акции на других серваках. На русском, как обычно, часть халявы, не вся. Так, поехали. Ну, я вам показывал вчера вечером, показал, какие акции, точнее, какие плюхи героя нет, скина нет. Это печально. Поехали по порядку. Так, рынок. Ну, поменялся вот день награды за каждый донат. 8 дней, даже 9 дней. Здесь у нас, как обычно, я полная. Такой вот пакет накопления за покупку. Набор обитателя 20 смен. Мелкий набор, ну то есть такие наборы, это донатные. Помимо этого, так, это клавиатура. Есть у нас сегодня найм со скидкой по 1200, то есть чувака эти вот так вот. Кинди, Влад Дракула, просто мега. Рину, ну более-менее малыш Ник. Рейка. Ведьмочка, Дед Мороз, оккультист. Ну, видите, не все так плохо. Ну, в общем, вот так вот. Одна легенда 100% у вас падает. Но чтобы такое что-то мега-мега имбовое. Вот ворожая Афина. Оккультист только был. Так, события. События у нас сегодня магазин скидок. Двойная награда с древнего испытания карты. Ну такое. Здесь, как видите, магазин скидок не ахти. Карта богатства я вам уже показывал. Парящий остров на русском сервере есть. Чик. И, как обычно, отсюда зефир уже не падает. Так, помимо этого, есть самоцветные бонусы. Акция. Дополнительно. Это за покупку вы можете крутануть еще. День замка владельца я вам показал. Есть на русском сервере хватайка. Ну, здесь вы можете за определенное количество, если вам повезет, вытащить жетончики. Вы видите, у меня пакет такой. Вот за 5 жетонов, за 10, за 15 юбилейные сумки. А вот за 20 жетонов в сундуке, это, конечно, круто, кому повезет. 30 жетонов, магическая пальца, 70 штук, банка с самоцветами, 200, то есть вот так вот, 10к. Ну, больше ничего такого нету. Руна таланта, прайм мешок с эмблемой за 50. Руна таланта 10 уровня? Да ну нафиг. А, все правильно, блин, я думаю, руна таланта, я думал, эмблемы, блин. Ну, такое, видите. Ну, тоже халява, если повезет. Так, войди в игру, получи приз. Это у нас акция, которая уже была. Забрать. Пакет накопления. 1+1, рулетка удачи. И даже магазинные безумия есть, но опять же, это все для доната. И рулетка тоже для доната. Вот открыть сундук, а ну-ка. Магазинное безумие, зайдем, посмотрим. Ну, в общем, все равно, как посмотреть, сегодня реально классный день. И для доната, и для без доната. Так, ну такое себе зефир, 10 штучек. Бонус к покупке, на все покупки. Открыть. Сундук смотрим. За донат, найм героев. Временные акции. Ну, в общем, я вам, в принципе, все показал. Поехали на английский сервер. На английском сервере должно быть повеселей.
Так, что у нас тут есть? То же самое, плюхи бонусом по акциям. Зефир за один пак большой продается. Ну, это уже стабильное явление здесь. На русском это будет через полгода. И вот такой вот пакет накопления, где вы можете получить... Блин, неплохо так. 50 косамов еще бонусом. Хорош. Что у нас еще интересного есть? Ивенты. Ну, здесь ивенты. Странно, странно. Нету. Видите, всех ивентов как там. 1 плюс 1. Он распространяется на Clashers Day Pack. Вот так вот. Только на Clashers Day. Это этот, либо вот этот. Это Daily. Все награды. Так, хорошо. 1 плюс 1. Спринлаб. Еще до сих пор идет Clashers Day Pack. Но есть настолка, ребят. Вот вам настолочка уже есть здесь. А у нас ее нету. Уже сколько дней, я не знаю. Просто жесть. 5 сундучков. И она идет 2 дня. Ну вот смотрите, уже рогатку, да, дают. Поменяли плюшки, уже дается рогатка. Ну, блин, классная акция. Ну, к сожалению, на русском сервере нет. За вход кетчуп прайс тоже есть, а у нас, блин, настолки нету. Печально, печально. Уже какой раз нас просто тупо. Опа, чик. И сколько тут у нас будет? Ну, 5 штучек всего. Ну, за 5 штучек получаем книги. 30 книг. Но все равно, по сути, классно. А, так, Clashers Day, гифты, бэтбаки, рипстеры. Тоже неплохой бонус. 125 бонус, ребят. Pointer Cut — это донатная. Таланты, алхимик, счастливое число, сундуки. Ну, блин, тоже классно. Тандера нету. Больше ничего, в принципе, здесь нет. Ну что, поехали на третий сервак, на АЭС. Посмотрим, что у нас на АЭС. А, давайте еще на Тайвань сбегаем. Интересно, еще Тайвань глянуть. Может, там что-то обновилось, добавили. Так, это у нас Тайвань. Это за смены. Так, покупки. Ну, тоже смотрите, зефир один пак стоит. Вообще огонь. Так, что по акциям у нас? То же самое. Парящего нет. Видите, парящий только на острове, на русском сервере. Все остальное не поменяли. Окей. Итак, у нас Тайвань, ребят. Поехали. Посмотрим, что здесь у нас будет. Блин, я 2 дня пропустил. Как это так? Бесплаточка. Так, что у нас есть? Ну, все то же самое, как... О, не-не-не, посмотрите. Пакеты накопления обалденные. 11К, блин. Пакет накопления. Это просто жесть, ребят. Надо накопить 11К. Как-то себя заставить перебороть. Хрустальный сундук. Зефир.
классная хрусталка. Посмотрите на эту хрусталку, сколько разных плюшек дают. Дают еще самоцвета нормально. Расходники. Ну, один раз хрусталку взял, можно полутаря перекачать. Так, вот такой вот магазин здесь. Ну, 50 карт. Блин, неплохо. Лям кулаков, посмотрите, за монетки. Ну, монеток у нас, к сожалению, таких нету. Ну, я вам скажу, довольно-таки неплохо. Что тут еще интересного есть? Вторые сумки зефира, ребят. Я не знаю, они по-любому за монетки. Карта богатства. Русталка. Булгрома. Ого, нифига себе, посмотрите на этот Булгрома. Офигеть. Так, новости. День замковладельца. 1 плюс 1. Специальное безумие. Так, войди в игру, получи приз. Давайте зайдем сюда. Заберем. Так, настолка есть. Настолка есть, ребят. Тысячу камней. Блин, ну зачем они мне? Сокровищница. Найм героев, бонусы. Хватайка есть. Просто пипец. Настолка, хватайка на всех серверах стабильная. У нас, блин, рента. 10 жетонов, нифига себе. Прикольненько. Это мне нравится. 10 токенов. И что мы за 10 токенов можем купить? Давайте обменяем. Прайм честы, блин, а чё нет? Вторые причем. Удачный флип. Обалдеть. Сундук удачи. 1000 самоцвета. Приобретение за каждые 1000. Блин, удачный флип. Сундук, сфера. Блин, ну круто. Обалдеть. Смотрите, сколько плюх. Просто день халявы сегодня. Реально. Кого мы там ворожая здесь качали. Такс. Еще что-то осталось. Хватайка осталась. Сейчас мы заберем, пооткрываем. Ну, как видите, здесь плюх у меня. У меня куча разных. Так, что тут у нас будет? Восьмое исцеление. Неплохо, в принципе. Но у меня восьмое есть на тыковке. СО, изворот и... Доспех, блин, ну нормально, нормально, ребят, это вообще огонь. Обалденные плюшки. Дрого. Так, тут мы забрали. Блин, ну что я могу сказать, реально кайф. Так, ну что, попробуем. Попробуем с вами зашаманить. За 1200 места, конечно, у нас не хватает. Раз, два, три, четыре. Придется сейчас докупить. Ну, в принципе, мне и так его придется докупать. Че, поехали. 5 слотов на склад. Ну, посмотрим, какая имба в итоге нам выпадет. Чик. Блять. Ну, это смешно. Ну, ну да ладно. Но вам простим за эти все плюхи, которые есть. В общем, вот так вот, ребят. Ловите халяву. Всем удачи, всем пока.